И по данным ExitPoll, партия «Ак Жол» набирает от 7,87% до чуть меньше 9% голосов избирателей. Напомню, в Нижнюю палату парламента баллотировались 65 человек, 334 кандидата были выдвинуты в маслихаты. Результаты ExitPoll акжоловцы заслушали в своем предвыборном штабе. После оглашения они поздравили друг друга, поблагодарили электорат и пожелали успехов коллегам. Напомню, на прошлых выборах политобъединение заручилось поддержкой почти 11% избирателей. Я поздравляю всех членов Демпартии «Ак-Жол», всех избирателей, которые отдали за нас голоса, доверили нам свои голоса на этой кампании. Но прежде всего я хотел поздравить главу государства, поскольку тем самым сегодня завершается вот этот этап конституционной реформы, начатой в прошлом году. Фактически завершается формирование политических институтов по новой системе, которую предложил президент Токаев в прошлом году, и перед страной, перед государством ставится новая задача. Впереди много работы. Желаю всем успехов.